Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители на канал, с вами снова Кромбл. Сегодня мы продолжаем играть с вами Just Cause 2. И, в принципе, мы остановились с вами на том же самом. В принципе, мы продолжаем выполнять миссии для различных группировок. Две группировки находятся от нас недалеко. Ну как недалеко? Относительно недалеко по меркам игры, 7,5 километров. Это такая средняя дистанция. Я думаю, вызвать... У меня сколько денег вообще? Вот если я захочу купить что-то, давайте посмотрим. На что я могу рассчитывать? Транспортные средства. Денег у меня достаточно, я могу полететь на вертолете, если я захочу. И даже на самолете. Ну давайте возьмем вертолет, чтобы наверняка, чтобы точно долететь. Возьмем вертолет. 7 километров все-таки путь не близкий. Ага, конечно. И недалекий. Так, вот то, что ты здесь исполнился, так некрасиво. Мне это не очень нравится. Так, сядь, ты можешь в него? Ты сел в него, хорошо. Так, взлетай. Блять, пожалуйста. Нет, тут много тысяч. 35 штук просто туда. Вот вам, блядь, и начало. В общем, я выбрал эвакуацию. Эвакуацию можно близко к миссии прям подлететь, чтобы нас туда высадили, и там мы разберемся. Мы на месте. Летайте самолетами. Да. Так, миссия у меня выбрана. Почему-то у меня слетел. Моя меточка слетела. Вот, все, летим. Сколько там надо до нее, скажите мне? 1 километр, ну, почти 2. То есть, ну, это вообще не путь, тут тем более уже шоссе, мы можем приземлиться на машине, кого-нибудь очень быстро долететь. Доехать, то есть, какой долететь, о чем это я вообще? Так, сзади я не вижу ничего, зато я вижу спереди. Может, на той машине полететь? Поехать, то есть. Или на мотоцикле? Дайте на мотоцикле. Не безумный я, успокойся, я очень даже адекватный человек. На мотоцикле быстро едем, главное никуда не врезаться. Ручной тормоз работает? Работает, только заносит. Господи, никогда не пользуйтесь ручным тормозом на мотоцикле. Это еще страшнее, чем даже на машине. Заносит, дай боже. Никогда так не делайте. Мы почти приехали. Зря я купил вертолет, что-то я не подрасчитал. Очень зря. Мы и так, видите, доезжаем очень быстро. Без всяких трат, денег и прочего. Так, притормаживаем немножечко. Вот, мы и на месте. Оп, немножечко улетел, но нормально. Почти незаметно. Сразу припаркуемся здесь рядышком, на нем мы поедем, наверное, на миссию. Что за миссия, давайте посмотрим. Это тараканы ведь, да? Да, это тараканы. Дорогий скорпион, это кровеносная система тараканов. Угу. Правительственные войска пытаются перерезать наши главные артерии. Вот ублюдки. И обескровить нас, лишив нас основных путей снабжения. Я с ними разберусь. Ты должен остановить их. И обезвредить все бомбы до взрыва. Помоги нам сохранить приток крови таракана, друг. Хорошо. Просто обезвреди бомбу. Такую миссию мы, кстати, уже однажды выполняли. Посмотрим, будет ли эта миссия сложнее, или она будет легче. О, нам дали мотоцикл покруче. Или подождите. А, ну, в принципе, они... Я не знаю, что круче. Неважно. Поедем на этом. 200 метров, очень близко. Там, наверное, как всегда охранять кто-то будет. А ты что, меня видишь? Так, нехорошо. Где? Первая бомба пошла. Что ты делаешь? Выйди из него. Нет. Все, я ухожу. Меня больше здесь нет. Это вам кажется. Все, меня здесь нет. А время есть? Да, 4 минуты. А сколько бомб, интересно? 4. Ну... Получается, одну я сделал, осталось 3. 3 за 3 минуты. Получается, по минуте на каждую бомбу. Тогда придется поторопиться. В принципе, я должен успевать. Даже с запасом могу. Главное, чтобы никаких там проблем не возникало. И вот с таких проблем тоже не было. Но сейчас я не пользовался ручным тормозом, но меня занесло. Все равно. Надо как-то сбавлять немножко скорость иногда. Полезно, очень говорят. Так, отлично. Это при том, что... Ну, это я просто на кочку наехал. Так, нормально. Ребят, давайте. Вон, все вон отсюда. Я с бомбой разговариваю. Нет! Мало времени, надо торопиться. Хорошая работа, Скорпион. Где мотоцикл оставил? Я обезвредил половину бомб, но половины недостаточно. Согласен. Так, быстро машину мне, блядь. Женщина, я тебе верну обязательно твою машину. Может быть, ты ее найдешь. Покореженный.
Но... Нет! Нет! У меня нет на это времени. На всякие врезания. Блин, вот эта машина не очень быстрая. Не такая быстрая, как мотоцикл. Да нормально. В принципе, я успеваю пока что. Но мне кажется, там какие-то проблемы будут с последней бомбой. Или с предпоследней. Например, будет дохренища этих защитничков. А тут что, одностороннее движение? Двухполосное одностороннее движение? Лол. Вам тут не тесно? Так, паркуемся. Что-то кинули в меня. Блять, сейчас без машины останусь. Так, давай ты пока там отдыхаешь, я быстренько. Ага, стреляй в меня. Два, все. Вот на этом поеду, отлично. Спасибо за мотоцикл. Не надо в меня стрелять. Я человек хороший. Я хорошие дела делал, я бомбы разряжаю. А вы их дефите, плохие люди. У нас еще 2 минуты. Я еще с запасом на 1 минуту еду. Ну, вот за мной едут вовсю. С дробовика стреляет. Жесткий парень. Ой, пусть у меня сейчас колесо собьет дальнее. Ой, заднее, дальнее. То будет не очень приятно. Так, паркуемся. Ну что это? Вот это пируэт. Ну что ты делаешь? Женщина, бляха-муха. Кто здесь? Так, ты идешь сразу. Еще, еще, еще. Все, до победы. Нет! Я тороплюсь. Я тороплюсь! Все, не тороплюсь теперь и выполняю миссию. Все. Не надо торопиться никогда. Хорошая работа, доктор. Теперь кровь тараканов может течь свободно. Я за вас бесконечно рад, ребята. Тут миссия где-то еще, по-моему, одна была. Нет, тут была одна миссия, представляете? А что, миссии больше нету? А, ну может они обновятся сейчас? Ну ладно, давайте подождем. Наверное, да, вот теперь они обновились. Так. А, во-во, прям моментально здесь же есть миссия рядышком, ничего не нужно покупать. А, сворачивать, куда ехать-то? Как лучше ехать? Ладно, путь-дорогу нам покажет наша навигация. Я ей доверюсь на этот раз. Усиление меры безопасности. Теперь еще тяжелее с ними сраться, что ли, стало? Что это значит? Ну какой быстрый мотоцикл, а? На 1 километр это вообще даже... Это даже не расстояние, я считаю. Мы доберемся до туда очень быстро. Такие красивые небоскребы стеклянные. Мне очень нравится. А почему мне сказал свернуть сейчас сюда? Я просто не понимаю. Если... Ну я сейчас без мотоцикла останусь. Я чувствую. Я еще на нем. Я думал, я уже все, упал. О, как он хорошо по горе лазает. Мотоцикл, давай! А, перехвалил. Чуть-чуть не хватило. Почему он так сразу наверх? Я вроде хотел немножечко по касательной залезть туда, а он не хочет. Он прям сразу, видите, он как-то... Вот я хочу свернуть, а он тупо прямо хочет. Странный. Ладно, хрен с тобой. Давай вот так вот съедем. Вот так вот, красиво. Отлично. 800 метров. Ох уж эти тараканы. Тараканы мне больше всего не нравятся. Вот из всех. Из всех банд тараканы самые ужасные. Но я не вполне этого заслуживаю. Сейчас умру. Не умру? Нормально. Вот это я прокатился, да, на спине? Так. Надо за что-то схватиться. Тараканчик. Не тараканчик, а скорпиончик. У тебя какие-то проблемы. Что такое? Почему ты не можешь зацепиться? Так, оп. Красиво. Это поместье тараканов? Целый город их? Да ну, вряд ли. Целый остров, я бы даже сказал. Конечно, нет. Так, откроем парашют. Нет, 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 нет. Не хочу. Никакого желания с вами драться нет. Я лучше миссию выполню. Послушай, друг. Есть у меня головная боль, которую срочно нужно вылечить. Так. Да, ублажив одного из моих покровителей. Правительство демонтировало бизнес-комплекс, принадлежавший моему другу Тому И по прозвищу Суши. Суши. На его месте малыш Панай возводит огромную статую в свою честь. Статую снести? Суши просто вне себя.
Я хочу, чтобы ты... О, я уже так делал. Этой статуи в особняк сушки. Хорошо. Это подбодрит его и, возможно, исцелит мою головную. Дай мне какой-нибудь танк, чтобы я не волновался вообще ни за что. Или какой-нибудь, ну, чтобы она была, знаешь, хорошо ехала. То есть у меня было много мощности. Он мне ничего не дал. Ну, спасибо большое. Но я, типа, вот эту могу угнать. Она, правда, офицерская. Если я сейчас ее угоню, на меня сразу же наедут. Но она самая хорошая. Ты же не против, да, если я сяду? Нет, ты против. Ну, в таком случае... Пошел вон. Не с места. Так, вот сюда мы поворачиваем. Да хватит стрелять, вы что делаете? Больно же. Больно делают мне. Ух, она почти взорвалась. О, танк! Пошли в жопу все. Я забыл, как стрелять-то из дополнительного оружия. Все, вспомнил. Только тут что-то, по-моему, дополнительного оружия нет. Это нормальный танк? Не живой, я надеюсь. Так, пошли вон. Пошли вон. Мне надо вылезти отсюда, вы меня всего окружили. Танк горит. Ну, зато статуя снеслась. Еще меня убили. Что-то я явно не так сделал. Зря я их нагрел так быстро. Я думаю, вот единственная моя проблема была в том, что я их быстро слишком нагрел. Надо было сделать все тихо. Надо было сначала сцепить с танком, просто подойти туда, сцепить с танком статую и все, и снести ее. И все получилось бы. Я сделал все на самом деле через жопу. Сейчас мы все это исправим. Но если я еще крюком воспользуюсь, меня сразу же засекут, наверное, да? Нет, не засекут. Хорошо. Так, тогда на следующую крышу давайте прыгнем. Так, вот мы на месте. А-а-а, вот и она. Тверже, тяжелее и намного больше прототипа. С плеч долой. Давай, поехали. А я не голову зацепил. Голова снята. Подцепи ее и отвези в это. Что это? Так, все, я сел? Куда я сел? Не туда я сел. Так, цепляем голову и цепляем ее куда? На танк. Ну почему ты не цепляешься? Цепилась, все, зацепилась, отлично. Теперь едем. Управление. Ахаха, прекрати. Есть, все, уезжаем отсюда. Голову берем с собой. Так, давайте вы не будете по мне стрелять. Все, пошли в жопу, просто в жопу все. Танк не бессмертный, как оказалось. Это вполне логично, что это, ну, потому что это не совсем танк. Например. Пошли вон, не мешайте мне. О, статуя голова там вообще развлекается. Вон, я сказал, с дороги. Не хотели они по-хорошему, пришлось мне вот сделать все так. Некрасиво. По строте, правда. Все получилось довольно неплохо. Если еще вот я с управлением бы не мудил немножечко, знаете, вот так вот, как сейчас. Все было бы вообще прекрасно. Голова? Голова меня умудряет притормаживать даже. О, привет, тараканчики. Вот я вам что привез. Трофей. Вертолет! Все же. Да, все. На этом мы сейчас полетим. На этом меня, кстати, эвакуировали обычно. 10 тысяч, неплохо. Ой, а это голова, что ли? Еще одна. Они ее сюда поместили, типа. Окей. Можно мне, пожалуйста, карту? Я хочу посмотреть, куда мы сейчас полетим. Так. Кто хочет, чтобы я выполнил миссии? Очень хотят жениться. У них аж 3 миссии горит. И все, и больше никого нет. А нет, хотя есть еще тараканы. Они вроде как поближе. Ну давайте, таракан... Нет, подождите, это не тараканы. Я забыл, кто это. Я забыл, кто такие синие. Ай, сейчас мы все вспомним. Синенькие это... Это... Это индусы? Нет, индусы желтые. Или подожди, мы же работали только что на кого? Мы на желтых работали. Белые это индусы. Все, вернее, не белые, а такие синенькие. Это индусы. Сейчас мы, получается, полетим к ним. 11 километров. Путь
как говорится, не близкий. На вертолете это будет довольно, ну, долго, продолжительный путь. Поэтому я, пожалуй, для вас скипну этот очень неинтересный момент. Встретимся уже там поближе. Ну и все, ребят, мы почти приехали. 900 метров уже. Прилетели, точнее. К тараканам. Это тоже их поместье, я ведь не ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь. Тут аэропорт, тут можно брать самолеты, вон я уже вижу. Я надеюсь, здесь сюда нас и телепортируют обратно. Потому что здесь очень можно удобно так улететь куда-нибудь. Так, ну все, садимся. Аккуратненько, потихонечку. Вертолетами управлять вообще одно удовольствие. Они такие поворотливые, но долгие, конечно. Это единственный их минус. Прилетели. Давай, тараканчик. На меня работает, точнее сказать, работал. Поэтому мы его убьем. Очень умный и способный хакер по имени Крошка. Угу. Когда его недавно арестовали, никнейм он пошел, наверное, на такой сделку с правительством. По условиям, вместо того, чтобы казнить его, они депортируют его в Корею в обмен на информацию о нашем бизнесе. Некоторые коды и пароли. Хочет слить все. Естественно, я хочу вернуть эти коды и пароли. Мы не знали, где он, но вчера выиграли джекпот. Один из моих ребят наткнулся на пьяного, который оказался тем самым пилотом, которому приказано доставить Крошку в Корею. Надо Я же. Хочу, чтобы ты повезло. Отправился в аэропорт и нашел этого пилота. Ну ладно, вертолет стоит, в принципе. Так что мы можем улететь и на нем. А как далеко ехать нам? Где это находится? Это вообще когда здесь, что ли? Пилота, избавься от него и найди его КПК. Его бортовой журнал должен быть в нем. Ладно. Вроде все просто. А, тут это все-таки федерально, это не ваше? Ну да, тогда бы меня ни о чем не просили, вы просто взяли бы и пришили его здесь сами. Все логично. Пилот! Ты где? Ух, какие огромные здесь лайнеры. Вы же не против, что я здесь все подожгу? Так, я плохо себя чувствую. У вас здесь многовато довольно. Вы что-то прям здесь, ребят, прям окопались. Вон я вижу пилота где-то там далеко. Так, кинули в меня гренеду. Надо... Бежи, глупец. Ты выдержал упор с дробовика. Вот это жесткий. Так, чуть-чуть надо постоять, подождать. Плохо себя чувствую. Пилот, ты что, драться будешь? Вот он. Скачай борт-журнал. Есть дело такое. Нет, что я взял-то? Мы на месте. Крошка уже ждет на летном поле. Ему не терпится улететь в Корею со всеми кодами и паролями. Ха. Не удастся ему, к сожалению, это провернуть. Потому что сегодня я на посту. Не в мою смену. Вот так вот пролетим на кошке. Мне кажется, ли меня пытаются сбить ракетой? А он пытается улететь, походу. Или что? Или я что-то не понимаю. Крошка. Да, он улететь пытается. Ты же не думаешь, что у тебя это получится? Полетели. Именно. Блять, мы сейчас не улетим никуда. Друг мой, доставь Крошку к нам, чтобы мы могли... Блять, отстаньте. Я понял. Блять, что делают? Вот это ублюжество. Мы сейчас не улетим, я чувствую. Я даю по пробелу, но на пробел насрать этой машине. Чё это такое? Ты обо что здесь стукаешься-то? Давай, у нас времени мало. Так, если сейчас у меня ничего не выйдет, то не выйдет никогда. Или сейчас, или никогда. Что там лежит? Да что это такое? Блять, разбросали мусор! Что это такое? Ах, ты твою мать! Да давай, взлетай же ты, я же нажимаю на пробел. Смотрите, как он выглядит, он вообще бы не полетел. Будь эта игра чуть реалистичнее, мы бы хрен куда сейчас улетели. Эту вертолетчику убрать бы по-хорошему. Но у меня нету времени на это. Взлетай! Взлетай, пожалуйста! Взлетай! Мы оторвемся, как взлетим.
Боже, как он долго разгоняется. Есть. Ну, блядь, это было ожидаемо. Да он и так наказан. Толку его еще сильнее наказывать. Ладно, мне надо было убрать все-таки всех, кто мне мешал. Я как-то решил сгеройничать и попробовать от всего улететь, но это было бесполезно. Это было очень-очень бесполезно. Все, я вылетел. Теперь все будет нормально. У меня есть орудие. Да, у меня есть орудие. Я не постесняюсь им воспользоваться. Кто мне будет мешать, получит люлей. Ну, блин, сейчас, наверное, не будет этого вертолета, да? Он появится обязательно после того, как я... Опа, есть там кто-то на летной полосе. Пошли все вон. Давай, давай. Вертолет мне нужен сейчас прямо. Что это? Кто это в меня впускает? Кто хочет драки? Я вижу только свою тень. Так. Неплохо. А повторить? Чтобы я видел, откуда это. А вон, вижу одного. Так, есть такое дело, хорошо. Предположим, вы меня скинули, да? Предположим. Ну, у вас так получилось. Я не туда зацепился? Нет, туда зацепился. Все. Нормально, летим. Ты здесь, чтобы помочь мне покинуть страну? Только не мешай. Нет, помешают. Я понял. Давай, 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 иди сюда. Сейчас я с тобой поговорю. 4. Да ты сейчас сам свой вертолет разобьешь. Нормально. Не удержался. Вот что значит не управлять собственным вертолетом. Так, ребята. Давай-ка колесо сюда свое. Так, надо быстрее догонять крошку, потому что крошка уходит от меня. Я пытаюсь, я пытаюсь. Все, я на месте. Он там почти уже скатился. Мне надо побыстрее до него добираться. Да хватайся за него. Зачем ты хватаешься за что-то еще? Вот так вот. Если я сейчас упаду, это будет очень забавно. Не падай. Тихо. Все, разворачиваемся. Ну, сейчас мне хрен дадут взлететь. Там столько машин. Хрен он сейчас взлетит, я вам говорю. Но если взлечу, я буду просто, не знаю, как младенец рад. Давай, 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 давай. Самое сложное — это взлететь. Как говорится, в полетах самое сложное — это взлет и посадка. Видите, что происходит? Мне не хватит дороги, да, опять? Так, вот здесь никого нет. Вот сейчас могу взлететь. Если мне хватит дороги, я смогу взлететь. Пожалуйста, взлетай. А я, кстати, не туда нажимаю немножко. Так. Нага. Забьем на это. Почему его развернуло? Что я сделал не так? Jesus Christ, это сколько это может продолжаться? Хорошо. Ладно, самолет еще такой бесперебойный, так скажем. Очень-очень живучий. Попробуем еще раз. Попытка, как говорится, не пытка. Главное, чтобы не попали. Блять, попали. Еще раз попали. Но ничего, не беда. И не такое выдерживали. Главное, чтобы мне никто не помешал взлететь. Больше. Можете стрелять? Но только не мешайте мне взлететь. Пожалуйста, давай, давай, я прошу тебя. Есть! О да, как я этого ждал. Как это? Посмотрите на турбины, что с ними происходит. Это просто что-то с чем-то. О, нет! Ты меня тащишь, тараканов? Нет, пожалуйста! Я сдам тебе все коды и пароли! А я уже забрал их. Не бойся, только все уже в порядке. Именно туда мы и летим. О, ну загрузка. Скидывает мне пароли. Молодец. Истребители на подходе. Ожидаемое время прибытия 30 секунд. Бляха-муха. Чё-то я чувствую его. Отлично. Теперь он снабдил нас всеми кодами и паролями. Его можно убить? На нас работает ещё один корейский хакер, который может его заменить. О, я чувствую, ты сейчас полетишь. Уже не нужен. Поступай с ним, как хе-хе-хе. Мне нужен самолет. Но я типа знаю, что я сделаю. Я долечу до того места, которое мне нужно, а потом, вы сами знаете, ну я просто посажу туда, куда он сядет. Я ему могу передать управление, если он умудрится справиться с ним, то я буду только рад за него. Полетим к жнецам, последней миссии у жнецов. Хотя нет, еще тут хотят индусы помощи, но я хочу жнецам помочь. Долетим до жнецов, это будет не тяжело. Наверное, 12 километров каких-то. Мне сказали, что 30 минут подлетное время, и меня сейчас истребители будут сбивать. Вроде не будут.
Черт его знает. Ну ладно, этот путь на истребителе 11 километров мы, в принципе, можем и так преодолеть. Мне кажется, можно даже не выключать, о чем-то поболтать. Просто посмотрите, что происходит с моим самолетом. Он просто весь убитый. В хлам. Турбины вообще смялись, они вообще не работать должны. Ну, как минимум. Как вы понимаете, просто, ну, всяких самолетов, которые там взлетают, там попадает хотя бы одна птица, все, турбина выходит из строя. А тут у нас ракетницы летят, по нескольку раз врезаются. То есть шасси у нас давно уже должны были быть в одном месте, а мы в другом месте. Но мы все еще держимся. Нереалистично, конечно, но все еще забавно. Just cause. Такие дела. Я, кстати, знаете, что могу делать? Трюки всякие, смотрите, вот так, допустим, сделать. Оп, и сидеть вот так вот. И куда-нибудь еще перепрыгнуть, допустим, в другой самолет. Вот если представится такая возможность, я, кстати, так уже делал. Если какой-нибудь будет самолет неподалеку, попробуем пересесть в воздухе. Это очень забавно. Выглядит. Может, под мостом попробовать пролететь? Под каким-нибудь... Блин, ну такой ужасный этот самолет, он так взлетает долго, прям вообще. Сейчас новости будут опять, какие-нибудь зазелёные. Нам только что сообщили, так, что гордость небес Панау, знаменитый закрытый клуб Майл Хай, чуть не был уничтожен сегодня ужасным взрывом. Сотни панауанских бизнесменов и гостей города были на борту гигантского дирижабля, ага, и спасла от гибели только доблесть горстки секретных агентов правительства Панау. Вот ублюдки, вот просто ублюдки, это я их спас. Это я спас тот дирижабль с проститутками. Ну, кстати, тяжело управляется? Да, он вообще очень тяжелый. Я не могу сделать переворот на нем вокруг своей оси. Километр остался. Такой звук напряженный, будто за мной охотятся. Хотя вроде меня никто даже не видит. Тун-трудун-тун-трудун-тун. Так, сейчас мы будем падать. Ну, вернее, вот так вот. Все, до свидания. И куда ты полетишь? И полетит он вниз. Давайте проследим за ним. Все, свободное плавание, ушел. Наверное, даже не увидим. Не, увидим, в принципе, должны увидеть, как он падает. Нет, ушел. Сегодня международный аэропорт Панау был закрыт на неопределенный срок. Так. После того, как осужденные иностранные преступники буквально взлетели на воздух вместе с несколькими пануанскими военными и чиновниками. Полиция ведет расследование, однако пока не дает комментариев. Ну ладно, хоть не все хорошо на этот раз. Долю правды что-то там промелькнуло. Слушай, как следует, товарищ. Время на весь золото. Отряд моих лучших людей отправился на переговоры с одной из конкурирующих группировок. С кем и это? По пути парни выяснили, что в их машинах установлена взрывчатка, которая взорвется, если машина остановится. Мы должны машину разминировать на ходу. Вот это будет забавно. Так, что у нас? Потрошки. О, нам дали неплохую тачку. Или плохую, черт его знает. Сейчас узнаем. САС называется. Машина. Конвой. Ой, рука чешется. Все нормально. Пару секунд не управлял. Вон тут самый конвой. Сейчас придется прыгать, наверное. А не, нормально, здесь пока нет обрывов. Чуть-чуть по бездорожью поездим. Мне очень нравится это просто. Машина ведет себя вообще совершенно непредсказуемо на таких местах. Куда-нибудь один раз на кочке подлетишь, и все, и улететь можно. Ну давай тогда последний начнем, пожалуй. Вы же не будете по мне стрелять все это время? Я хочу вам помочь. А, это не вы по мне стреляете. Ну все, мне конец. Так, сейчас надо будет аккуратно. Вот так вот, оп. Перепрыгиваем на эту машину. Мне нужна бомба. Блять, своего убил. Простите, пожалуйста, меня. Где, как бомбу обезвредить? Ее надо вот так вот? Нет, наоборот, в другую сторону. Вот так вот. Е. 1, 4, 2, 1, 2, 1. Отличная работа. Но есть и еще бомбы. Так, дай-ка мне сюда свою машину. А чё ты остановился-то сразу? А, во, едет по дороге, нормально. Надеюсь, только в ту сторону, в которую мне надо. Не в ту. Вот ублюдок, вот подставить меня захотел. Вот теперь на тебе, машины. Сломал тебе ноги, будешь теперь думать о своем поведении. Все то время, пока будешь болеть, в больнице лежать.
Так, еще две бомбы. Ну, это, в принципе, это даже интересно. Это очень интересная миссия. Мне она нравится. Она прикольная. Только я сейчас могу улететь в кювет куда-нибудь. Прости, но ты мне преградил дорогу. Пришлось немножко врезаться в тебя. Все, мы их догнали. Сейчас аккуратненько. Есть. Какие сложные бомбы у вас прикреплены. На, изи-пизи, лаймон-сквизи. Когда тебе никто не мешает, все получается очень даже просто. Да. Я думаю, убийцы удивятся, когда мои парни приедут на переговоры, вооруженные до зубов. Ад на колесах называлась миссия. Очень прикольная миссия, мне очень понравилась. Прям, ну, все это на ходу, так динамично. Уф. Прям вообще жесть. Дайте мне следующую миссию. Она здесь прямо рядышком. Вот по, к ней поедем. 700 метров, ну это вообще, ну это просто можно выйти из машины, в принципе, и на кошечке туда долететь. Потому что это, как известно, не расстояние для этой игры. Главное зацепиться, хорошо. Да что вы пристали ко мне со своими... своими пошлыми намерениями, чертовы полицейские местные, полисмены. Они там умудряются убивать как-то друг друга. Хотя я их даже не трогаю. А потом я во всем виноват, а потом во всем Скорпион виноват. Ну, блюдки. Слышите, да, как они там умирают? Лол, горит, что я могу зацепиться кошкой. Кошкой. Зацепляюсь, пытаюсь зацепиться кошкой, кошка не цепляет. Очень интересно. Очень привередливая кошка, похоже. 200 метров. Здесь можно даже вот так сделать. Оп. И подтянуться разочек. На месте. Ух, тут военный вертолет. Я знаю, что сейчас будет. Примерно какая-то воздушная миссия. Прикольная причем. Я просто уверен в этом. Еще один шаг по пути революции, товарищ. Нужно уничтожить одну из буровых платформ малыша Фаная. Ты с нами? Конечно. Ты причем спрашиваешь и уже уезжаешь. Такой риторический вопрос. Ну ладно. Даже не спросили меня. Ух ты. Ты что, серьезно? Вот это он выдерживает. Ну-ка. Сколько ты еще-то выдержишь? Да. Живучий парень. Все, взлетаем. Вот он взлетит сейчас без проблем, за 5 секунд, даже меньше. Вот все, он взлетел. Помните, как мы залетали на том самолете, на последнем, в котором я пытался все взлететь? Пускаю ракету. Так, надо уходить от нее. Все, ушел. Ну, какая мощь. И он быстрый, кстати, очень быстрый. А быстрее того самолета, опять же, быстрее, ловчее, вообще... Так, ну вот, вот эта миссия тоже будет классная, я прям чувствую это. Морская нефтяная вышка. Сейчас мы ее немножечко вот так возьмем повыше. Уничтожь его, товарищ. Уничтожаю, капитан. А сколько ей надо-то? Или я уничтожу? Я просто понять не могу. Сейчас мы немножечко еще на один заход пойдем. Так, разворачиваемся. Разворачиваемся. Что-то как-то ты так себе разворачиваешься, если честно. Ну, разворачивайся. Да. Вот так ты развернешься? Вот так ты развернешься, отлично. Странно, что ты через себя не можешь разворачиваться. Е-бой. Готово. Следующая вот эта вышка? Нет, ее еще надо бить. Но я думаю, вот эту вышку мы тоже будем бить потом. Поэтому мы ее сразу немножечко подправим ей. Так, по мне стреляют, надо уходить от выстрелов. Ух, какие! Ребята, непростые. Так, еще раз на эту вышку. Да отстаньте от меня со своими ракетами. Может, вот эту вышку надо снести? Тора сверху. Тихо, тихо, ребята. Спокойно. Спровоцируйте панику на вышке. Пускаю ракету. Ого-го, осторожно.
А кто пускает-то? Я даже не вижу. Надо уйти. Просто подальше. Может, по этой пока постреляем еще? Пока суть до дела, можно по этой пострелять. Правда, это ничего не делает. Вышка повреждена. Ну, там показывается, насколько она повреждена. Так, заход. А как, наоборот, снизить скорость? А, во, вот так можно. Ну, вот сейчас мы поиграем с вами. Я просто не вижу, куда еще стрелять. Что ей еще можно повредить? Может, ее... Может, ей по нижним креплениям попробовать пострелять? Я немножко не понимаю игру. Что она хочет у меня сейчас? Кто там наводится по мне? Что-то кричит. О, ракета в меня летит. Я прям на противоходе. Ну что я еще могу сделать? Я просто, ну, у меня кончается фантазия, куда стрелять. Я их ракетами обстреливаю, это же жесть. Что там еще можно придумать? Тихо. Вот так. Все, меня, кстати, не видит. Чуть не задел. Попробуем сверху. Я хочу попробовать ее на нее спикировать. Может, я что-то не вижу? Сколько максимум, интересно, я могу вверх улететь? Сейчас я чувствую, прямо на ракету насажу себя, да? Немножечко отъехать. Вот. И теперь мы пикируем. Полдела сделано. Теперь разберись с остальным. С кем? С чем? Куда я стрелять-то? Ублюдки! Может, тоже вас позбивать всех? Вы тоже волноваться начнете, типа, а, наших людей избивают. Вот куда мы можем стрелять, ребят, вы видите? Я вижу, типа, одно место еще, куда можно пострелять. Ну, по нему еще попасть надо. Сейчас, там еще одна вещь горит красным цветом. Сейчас мы ее собьем. Немножечко скорость сбавим. Я видел, где она есть. Сейчас мы ее аккуратненько. Вон она торчит. Есть. 24%. Ракеты, все, мне больше других орудий нету. Да умрите же вы все, а! Что я просто не понимаю. Подкрепление на подходе. На вертолете было бы проще, наверное. А кто по мне стреляет? Я просто не вижу. Откуда, где там эти установки? По-моему, я увидел кое-что. Сейчас попробуем взять еще раз штурмом. Спикируем. Не туда пикирую я, правда. Сейчас в воду спикирую. Красиво так. Нет. Просто рассматриваю. Сверху, да. Лучше сверху стрелять. Чёртова вышка. Так, все. Я свой предел, по-моему, достиг уже. Пикируем вниз просто. Как красиво, как сокол прям. Тихо-тихо, тормозим. Я умываю свои руки.